Всем привет, дорогие друзья! Заключительный матч сборной России на престижном международном турнире в Гамбурге. Он называется Super Cup. Пока у нашей команды два поражения. И сегодня сборная России постарается сделать так, чтобы уехать из Германии с победой. Наши соперники, сборная Польши, у которых пока одна победа и одно поражение. Вчера они, к удивлению многих, обыграли сборную Германии в очень интересном матче. Наша же команда уступила сербам в не менее интересном поединке 85-75. Я уверен, что вы, многие из вас, этот матч смотрели в нашей трансляции.
интересное противостояние против поляков. Команда также будет выступать на Евробаскете, который, напомню, для сборной России начинается 1 сентября в Стамбуле. Но вот, например, для поляков он начинается 31 августа. Их группа играет в Хельсинки. У них соперники сборной Финляндии, Исландии, Франции, Словении и Греции. Группа смерти, безусловно, как ее называют. У наших задача, наверное, на бумаге чуть полегче. Но легко не будет абсолютно никому на Евробаскете. Вы видите, с какой периодичностью теряют команды своих ведущих игроков. Мы будем говорить о травме, которая есть у сборной Польши, например. Одного из ведущих игроков, вы знаете, что Янис Антетокумпо пропустит Евробаскет из-за, по большому счету, запрета, наверное, Милоки Бакс, ну, из-за боли в колене. И, конечно же, ряд других звезд делает этот чемпионат менее ярким, возможно, но ничуть не менее интересным. Так вот, у поляков не сможет сыграть в матче Лямпе известный в России баскетболист, центровой, который выступал сначала за Химки, потом за Уникс, провел пару сезонов, и в России его очень хорошо помнят. Сам матчи очень сам также хорошо помнит Россию. Он говорит отлично по-русски и постоянно на протяжении этих трех дней с радостью пересекался с игроками и тренерами нашей команды. И всегда это все происходило в дружеской обстановке. У нас, к счастью, никаких повреждений и травм нет, за исключением той, о которой вы также хорошо все знаете. Сергей Карасев пропускает это лето и начало осени с национальной сборной из-за травмы плеча. Но вот те люди, которые готовились с самого начала, с первого дня подготовки, 24 июля, они все в составе. Большая их часть, кроме тех, кто был отчислен по спортивным причинам, скажем так. И на ваших экранах стартовая пятерка нашей команды на этот матч против сборной Польши. Хвостов, Швед, Курбанов, Аранцевич, Мозгов. Это такое же сочетание игроков, которое вчера начало матч против сборной Сербии. Сербы, как вы знаете, 2 сентября станут нашими соперниками в Стамбуле. И вчерашняя игра была крайне полезной. Но, по большому счету, наверное, сильно ничего нового мы о сборной Сербии не узнали. Кроме того, что это очень и очень сильная сборная. И для меня лично, как и для многих людей, которые следят за играми подготовительными к Евробаскету, это главный претендент на победу на турнире в Стамбуле. И они сегодня в очередной раз подтвердили свою силу. Более 30 очков с такой разницей они выиграли у сборной Германии, уезжают из Гамбурга с тремя красивыми победами. У сербов невероятная глубина состава, о ней мы много говорили вчера, и, в принципе, конечно, можно не перестать, если начать это делать. Мы будем знакомиться со сборной Польши. Вот, например, Адам Вачински, единственный игрок Евролиги, который есть в составе поляков на данный момент. Сборная Польши на самом деле во многом напоминает нашу команду. Здесь ряд опытных игроков, индивидуальные вкрапления каждый год какие-то происходят, но в целом корпус основной баскетболистов с этой командой уже долгое время. А в этом году сборная Польши отмечает такое некое рекордное количество лет для тренерского штаба какой-либо европейской сборной. 4 года команду возглавляет американец Майк Тейлор. 4 года у него один и тот же тренерский штаб, и все 4 года один и тот же менеджмент, так что эти ребята знают друг друга очень-очень хорошо. Шема Карновский против Тимофея Мозгова. Мой старый приятель проигрывает стартовый спорный мяч у нашей команды. Швед Мозгов поставил ему заслон. Тимофей отсюда все еще стесняется бросать, хотя на тренировках делает это регулярно. Воронцевич, его первый бросок в матче. Точен Андрей Воронцевич. Вот вчера у нас не так здорово, как обычно, получалось атаковать из-за дуги. Процент был в районе 33, 8 из 22 точных бросков из-за дуги получился. Сейчас Андрей Воронцевич показывает, что наша команда намерена это исправить.
вернуться к своему стабильно очень высокому проценту попадания издали. Хвостов, Курбанов, Швед. И сейчас Алексей Швед переправляет мяч на Никиту Курбанову. Тому помешали поляки. Карновский забирает отскок. Мячом был Кошарок, и он промахивается. Лукаш Кошарок из Зеленой Гуры. Тоже, в принципе, довольно хорошо известный в России баскетболист. Зеленая Гура предыдущие сезоны регулярно пересекалась с нашими командами в Еврокубке. Шема Карновский получает первое персональное замечание свое. Очень примечательный молодой человек, помимо своей внешности, разумеется, которая сама на себя обращает внимание. Воронцевич со средней дистанции промахивается. И вот Карновский забирает свой второй отскок. Он чемпион на студенческой американской лиги NCAA в составе университета Гонзага. И его не выбрали на драфте. Он закончил университет в этом году. Его не выбрали на драфте. Но он подписал контракт с командой испанской лиги АСБ, с командой Андора. Карновский, как и Тимофей Мозгов, единственный центровой чистый в составе сборной Польши. Из-за того, что матчи Лямпе здесь, но не сможет сыграть, не может даже пока тренироваться, Карновский остался единоличным большим в составе поляков. Швед. 10 секунд у нас на атаку. Очень вальяжно Швед туда пробирается. Много пространства у нашей команды. Двигают мяч по дуге. Хорошее движение мяча. Алексей Швед не завершил это отличное взаимодействие нашей команды точным броском. Но попадания придут, безусловно, если наша команда будет продолжать двигать мяч с такой же уверенностью и, в принципе, с такой же успешностью, как они это делали вчера в ряде моментов. Я уверен, что вам тоже большая часть нападения командного, как отметил Сергей Базаревич, очень нравилось. Нарушение правил. 3-0. По-прежнему поляки не могут набрать очков. Почти 2 минуты сыграно в первой четверти этого матча. Кулик под 7-м номером. Из Банвита турецкого. Вот Матеуш Панитка под 9-м номером. Пожалуй, одна из двух главных звезд сборной Польши. Молодой баскетболист, 93-го года рождения. Также выступает в испанской лиге. Алексей Швед промахивается. Мозгов пролетает мимо подбора. И Лукаш Кошарок начинает новую атаку поляков. Вачинский режиссирует тут бросок для себя и успешно заканчивает эту атаку. Вачинский в прошлом сезоне играл за Уникаху, так же, как и в наступающем. Разница лишь только в том, что Уникаха в прошлом году играл в Еврокубке и теперь будет играть в Евролиге после победы. Мозгов пытается обыграть Карновский. Воронцевич здорово проходит. Движение мяча. Это Алексей Швед. Приходит вознаграждение, как я и говорил, за отличное и нежадное нападение нашей сборной. Обязательно будут хорошие броски и обязательно наша команда будет их забивать. Посмотрим, что может Карновский против Мозгова. Он бросает со средней дистанции. Не попадает. И ответ наших. Снова Швед. Тимофей, кричит Сергей Базаревич, нужен заслон. Тимофей там заслон поставил, но Швед чуть мяч не потерял. Впрочем, от Карновский уходит он в аут. И нам повторяют это отличное движение мяча российской сборной. Специальная комбинация, вынос мяча из-за лица. Дмитрий Хвостов здесь продолжает с ним находиться. И Карновский заблокировал Хвостова. Предъявляют наши претензии. Мол, кто-то отталкивал Курбанова. Но в итоге довели мяч до Кулика. И
Мозгов нарушает правила. Майк Тейлор на ваших экранах, тот самый американский тренер сборной Польши, который, кстати, мог в предыдущем сезоне оказаться в России. Ему делал предложение саратовский «Автодор». Предлагали контракт на 2 года, но посоветовавшись со своей семьей и окружением, Майк Тейлор отказался от этого приглашения. В итоге у него сейчас нет никакой клубной работы. Он полностью занят в Польской Федерации. Он проводит очень много семинаров по стране. Очень много занимается скаутингом. Помогает юношеским тренерам. И делает большую работу для польского баскетбола в целом. Атака наших. Швед. Кошарок на нем правила нарушил. Ну, Лукаш Кошарок ветеран сборной Польши, ему 33 года, и ему, конечно, за шведом не поспеть. Тем более, что у него второй фол, его заменяет Эй-Джей Слотер, натурализованный американец. Вот Слотер, кстати, тоже удивительный человек, потому что он приезжает в сборную Польши каждый год, а здесь Алексей Швед на Никиту Курбанова, потрясающий алиуп. Были задатки этого в прошлой игре, там перехватили передачу, здесь ничего не смогло помешать великолепному взаимодействию Шведа и Курбанова. Ну а вот Вачинский делает то, что он делает так хорошо. Я думаю, если вы помните игру Евробаскета 2015 года во Франции между сборными России и Польши, Вачинский там доставил очень много неприятностей, а Дмитрий Хвостов на том Евробаскете был одним из лучших в нашей команде. И вот он тоже о себе напоминает. Прекрасный флоутер. 10-7 в пользу сборной России. Вот так вот. Карновский не выловил эту передачу, но Майк Тейлор его поддерживает. Все вокруг сборной Польши говорят, что это очень позитивный тренер. А мы наслаждаемся блестящим алиупом Алексея Шведа. Перевисел мяч Карновский. И тот так разочарованно посмотрел себе за спину. У нас появился Дмитрий Кулагин на паркете. Вот он с мячом. Сразу же бросает со средней дистанции. Промах. И Эй-Джей Слотер начинает свою атаку. Кулик. Ну вот у поляков много кто бросает. На самом деле Понитко тоже среди них. Вачинский. Врывание делает под кольцо Слотер. Но Вачинский отдает на Карновский. И тот второй промах допускает со средней дистанции. Половина четверти сыграна. Многое у нас получается в нападении. Не все в защите. Воронцевич не стал бросать. Вот теперь только это сделал, и не точно. Алексей Швед прерывает быструю атаку поляков, нарушая правила на Матеуша Понитки. Тайм-аут Сергея Базаревича по истечении почти 6 минут первой четверти. Ни одного обострения здесь. Одно обострение было, Андрей, да, пошел, и мы откинули. Мы все лупим с этого, с периметра. Ну давай мы именно это, давление оказать. Дима отлично вышел, бросок хороший. Ну, может быть, потерпеть чуть-чуть проход пойти, когда только вышел. Давай, как-то вяло очень. Давай. Не
ничего не было утаено от очень хороших радиосистем немецких, вы все слышали. Что сказал Сергей Базаревич, он просит больше идти в проход и тем самым обострять игру, меньше атаковать с периметра. Кулик против Воронцевича. Матеуш Понитко, блестящая передача на Карновский, но зачехлили мы там не расторопного, не очень поворотливого Пшемака Карновски. И Кулик срывает быстрый отрыв поляков. Матеуш Понитко и Пшемак Карновски оба 93-го года рождения. И оба очень солидно смотрелись на юношеском уровне в резервных разнообразных первенствах Европы и мира, и вот теперь играют за взрослую сборную. Хвостов, отличная передача, браво, Алексей Швец, скидка на Воронцевича. Великолепная атака сборной России. Поляки просто не успевают за такими врываниями Шведа и Хвостова. Вачинский получает мяч. И от кого же он уходит за лицевую? В итоге от поляков, а мы смотрим повтор. Алексей Швед не жадничает, и это невероятно радует. Потерял здесь своего игрока Алексей Швед, поэтому было ощущение, что поляки атакуют с численным превосходством. Хорошо для нас, что не попали они. Швед идет в проход. Сложная передача на Мозгова. Сохраняет мяч сборная России. Еще раз Швед. Есть время на атаку. Сложный проход. И на нем правила нарушают Адам Вачинский. Алексей Швед на линии штрафных бросков. Вчера он был самым результативным в составе нашей команды. 17 очков, но вот со штрафными весь турнир какая-то неразбериха у нашей команды. У Леши вчера был один точный бросок при трех попытках. Сейчас он начинает с 1 из 2. Двукратное преимущество нашей сборной 14-7. Арон Цел появился в составе сборной Польши под пятым номером. Вачинский атакует издали. И здесь Швед сразу же передачу убежавшему Кулагину отдает. Возвращается мяч к Дмитрию. Здорово ходит мяч у сборной России. Мы отмечаем появление Семена Антонова, который вчера не так много времени провел на площадке. Хорошая защита наших. И Понитко вынужден отправить атаку у поляков на второй заход. Снова он с мячом. Против него Швед. Ух ты. Вот это интересная передача. Передача в тайм-аут Майку Тейлору. Немного получается у поляков. И я думаю, что сейчас мы услышим как раз-таки английскую речь.
Не услышали мы Майкла Тейлора, но можно примерно предположить, о чем он говорил. Это то, что полякам нужно выдавать больше энергии, они просто не успевают за передвижением наших игроков в защите. Виталий Фридзон, капитан нашей команды, появился на площадке вместо Алексея Шведа. Нашли Тимофея Мозгова под кольцом, тоже хорошее взаимодействие. Адам Хрычаняк, еще один ветеран сборной Польши, 33-летний тяжелый форвард, которому приходится играть вот центрового в отсутствии Лямпе. Не попадает Тимофей Мозгов со штрафной линии. Тимофей тоже вчера провел неплохую игру, ему пришлось противостоять очень качественным большим сборной Сербии, Бобану Марьяновичу и Огнену Кузьмичу. Но Тимофей заслужил твердую четверку за свою игру. Сейчас, правда, оба раза штрафные не попал, но есть возможность у сборной России отбиться. Семен Антонов активно подсказывает здесь, и Крычаняк не попадает из-под кольца. Хотя пик-н-ролл был разыгран очень хорошо. Мы, конечно, сейчас увидим повтор этого момента. Заступил Тимофей Мозгов и остался там. И не успел за своим игроком. Сейчас Тимофей покидает площадку. Владимир Ивлев впервые в сегодняшнем матче на паркете. Средний бросок был очень похож на штрафной. Аарон Целл как раз набирает очки. Фридзон. Есть время на новый заход у сборной России. Хвостов. Какая сложная передача на Семена Антонова. Владимир Ивлев отчаянно борется за подбор. В итоге мяч у поляков. Минуту играть в первой четверти. И фол в нападении за неправильную постановку заслона. Снова очень здорово прошел пик-н-ролл Цела и Слотера. Атака сборной России с мячом Фридзон. Хвостов через два заслона выходит на получение мяча. Проваливается Владимир Ивлев. Атакует, не попадает. Забирает свой отскок и на нем нарушает правила. Не сдающийся Владимир Ивлев. Мне кажется, это идеальная характеристика его игры. Он постоянно в борьбе. Очень много дает энергии нашей команде, прежде всего в борьбе на щитах. А вот человек, который дает нашей команде очень сложные попадания в каждом матче, практически Михаил Кулагин. Ну, никак у нас не получается попасть со штрафной линии, начать это делать регулярно. Теперь Ивлев промахивается. Ну, хотя бы так. Один из двух, плюс шесть делает Ивлев для нашей сборной. Михаил Кулагин против Слотера. Все очень далеко от нашего кольца. Это хорошо. И 8 секунд осталось у поляков. Смотрите, они даже до трехочковой линии пока не дошли. Но терпеливо все делали и вынудили Владимира Ивлева свалить. Это четвертое командное замечание для нашей команды. Еще не будет пробиваться. Поэтому фол можно назвать вполне оправданным. Другое дело, что атаки осмысленные у нас, скорее всего, в этой четверти больше не получится. 16 секунд до конца стартового периода. Из них 14 могут владеть мячом поляки.
Слотер, Кулагину было очень сложно против Шрёдера в первом матче турнира. Вчера он неплохо отзащищался. Семен Антонов теперь против Слотера и Эйджей Слотер. Баскетболист, который подписал контракт с Вильербаном на следующий сезон. В прошлом году играл в финале французской лиги со Страсбур. Вот один из лидеров сборной Польши доказывает свою полезность команде. Трехочковый его на исходе четверти и плюс 3 после стартового периода сборной России. Не очень результативный поединок пока что, но все может поменяться уже во второй четверти. Вторая четверть. Михаил Кулагин, Виталий Фридзон, Никита Курбанов, Семен Антонов и Владимир Ивлев. Такое сочетание у нас. Не высокая пятерка, но опять же и у поляков нет классических центровых. Поэтому все логично. Неточный бросок Замойски. И нарушаем правила. Виталий Фридзон это делает. На Хручаняке, который забрал отскок. Комбинацию 2 заказывает Майк Тейлор. Ну вот я сказал в конце первой четверти, что результативность не очень высокая, так же как и темп. Это объяснимо, это третья игра за 3 дня для обеих команд. Это очень сложно в любом состоянии физическом. А здесь надо учесть, что до Евробаскета еще 10 дней, даже больше у обеих команд. И физическое состояние будет улучшаться, конечно. Фридзон, Ивлев, Курбанов делает врывание под кольцо, занимает позицию в посту, но мяч до него не доходит. Кулагин, 2 секунды на бросок, пора атаковать. Наверное, лишняя передача Владимира Ивлева. В любом случае, Никита Курбанов не забросил этот мяч из-под кольца. Будут отвечать поляки. Ручаняк, Слотер, снова пик-н-ролл. Поляки пытались сыграть. Семен Антонов успел вернуться. Ручаняк из куда более сложной ситуации, чем до этого, не попал. Восемь секунд на атаку. Про Фридзона забыли. Это делать нельзя. Замойский подбежал. И в итоге потеря мяча. Вот такая же тенденция, как и в вчерашнем матче наблюдается. Не получается организовать нападение у нашей команды, когда Дмитрия Хвостова нет на паркете. Андрей Зубков появился и тут же обозначил свое присутствие. Отличная работа в защите. Хоть и с болью достался этот перехват нашей команде. Тем не менее, владение будет у россиян.
Вновь Кулагин. Не самый логичный бросок, не тот, который обрадует Сергея Базаревича, неточный к тому же. И у поляков есть еще одна возможность выйти вперед в счете. Миша очень здорово прессингует Слотера. Соколовский с мячом. Курбанов на него переключается. Ух ты. Вот поляки впервые в этой игре выходят вперед за 7:50 до конца первой половины. Зубков. Курбанов только затеял занять позицию под кольцом. Тут же на нем правила нарушили. Это для Соколовски самый верный способ противодействия Курбанову в посту. Задумчив, как, впрочем, обычно, Сергей Базаревич. Кулагин. Вернул ему мяч Зубков. Слотер чуть им перехватил. Но все же мяч у нас. Еще 9 секунд на атаку. Курбанов получает мяч. Ему ставит заслон Зубков. Фридзон. Семен Антонов провалился. Но Виталий Фридзон выбрасывает этот мяч в аут. Неточная передача. И Дмитрий Хвостов возвращается на площадку вместо Михаила Кулагина. Да, вчерашняя проблема пока не решена. И на самом деле она не только вчерашняя. Есть проблемы в целом с организацией игры у сборной России, когда нет на площадке Хвостова, а здесь Крычаняк допускает пробежку. Хвостов начинает нашу новую атаку. Ему противостоит Слотер, Фридзон. Семен Антонов в проходе. Хорошая передача на Курбанова. И ворвавшийся в трехсекундную зону Курбанов еще один бросок сверху делает, возвращая лидерство сборной России в этом матче. Соколовский, Слотер, цел поставил на заслон. В итоге Андрей Зубков оказался против Слотера. Передача на дугу. Соколовский очень далеко и очень неточно. Есть возможность у нас убежать. Какой кроссовер Зубкова. Как здорово все делает сборная России. И Виталий Фридзон не попадает на мяч. Сохраняется у нашей сборной. Это был очень красивый быстрый отрыв в исполнении Зубкова и Курбанова. Андрей Зубков, кстати, начинал свою карьеру в баскетболе первым номером, поэтому не удивляйтесь его периодически вспыхивающим на площадке кроссовером. Хороший, позитивный момент для сборной России, но вот плохой новостью является то, что на эту атаку у нас 1,3 секунды. Нам повторяют хорошую передачу Семена Антонова и наилучшее завершение атаки со стороны Никиты Курбанова. Минута, секунда и три, и в итоге фол нападения. Курбанов совершает. Очень ему хотелось добраться до этого мяча. Крычаняк из-под кольца. Ну вот тоже ветеран, как я и говорил, 33 года. Но посмотрите, сколько пользы приносит сборной Польши. Хвостов. Семен Антонов прибежал ставить ему заслон. Хвостов продирается под кольцо. Зубков.
неточный бросок Андрея, подбор у поляков. Но здесь численное преимущество наших парней. Хотя вот остался один. Аронцел. И не прощает сборную России за такую защиту. Плюс 4 у сборной Польши. Хвостов. Заслон от Антонова. Фридзон на дуге. Семен просит мяч внизу. Фридзон выбирает идти в проход и забивает сложнейший мяч. Виталий. Сокращает отставание сборной России. Семен Антонов получает первый фол. Ну, устал уже. Просил, видимо, замену. И Тимофей Мозгов возвращается на площадку. Рычаняк, Слотер делает врывание под кольцо. Отклеился от Дмитрия Хвостова и заметил это большой поляков, вознаградив его передачей, которая стала результативной. Чем ответит наша сборная. Алексей Швед также на площадке. Стартовая пятерка, за исключением Воронцевича, сейчас на паркете у нас. Снова Швед, и эта передача не точна. Рычаняк снова не попадает из-под кольца. Снова подбор у него. И еще раз отзащищались мы против него. Можно разогнаться. Мозгов. Швед нашел его передачу. Это всего лишь второе командное замечание у поляков в этой четверти. Курбанов с помощью Мозгова выводит мяч из-за боковой. И Алексей Швед командует, какое нападение мы сыграем. Классная передача, но чуть-чуть до нее Мозгов не долетел. Против которого теперь Шемок Корновский. Вновь дуэль больших мы наблюдаем. Ну и Слотер делает свое дело. Плюс 6 у сборной Польша, очередной тайм-аут Сергея Базаревича. Я думаю, друзья, что этот тайм-аут вы еще встретите где-нибудь обязательно. Это точно не первенство города, это очень престижный турнир. И действительно, наша сборная как-то совсем расслабилась, позволив полякам довести их преимущество до 6 очков. Посмотрим, как повлияют слова главного тренера на сборную России. Все то же сочетание игроков, никаких замен. Нарушение правил. Замойский его совершает.
мозгов. Поставил заслон шведу. Леша атакует из-за дуги и прерывает нашу засуху, как часто это делает Алексей. В любой команде, где он играет, включая сборную России. Минус 3. И нужно защищаться. Нет особого движения у поляков. Но обратите внимание, что они все свои атаки совершают примерно на последних 5-8 секундах владения. Хвостов помешал. 3 секунды на бросок. Понитка. Очень сложный бросок. И Карновский не отсекли. Он промахивается. А Никита Курбанов. Что здесь? Ну неужели фол? Если фол, то, видимо, не Курбанову. Недоумевает Никита. Карновский, кстати, со штрафными все относительно неплохо. Вот и сейчас он 2 забросил. 27-22 в пользу сборной Польши. Очень низкая результативность наших ребят в этой игре. И как-то вот в первой четверти все здорово смотрелось. Во второй поникла сборная России. Хвостов. Очень он хотел Мозгову туда мяч отдать. В итоге чудом мы его сохраняем. 3 секунды на атаку. Потеря сборной России. Понитка, Скарновский играет пик-н-ролл. Мы отзащищались от него. С мячом Замойский. Как активно идет под кольцо. И 2 плюс 1. В исполнении Пшемака, Замойский. Также баскетболисты Зеленой Куры. Бонусный штрафной точен. Самое большое преимущество сборной Польши в сегодняшнем матче. Плюс 8. Чем ответит сборная России? Воронцевич, Мозгов. Вот это хорошее взаимодействие. 2 плюс 1. Тимофей Мозгов еще имеет возможность бонусный штрафной реализовать. У него уже был сегодня один поход на линию штрафных. Он там дважды смазал. Как произойдет сейчас, мы увидим. Снова промах, но Воронцевич очень здорово поборолся за отскок. Владение будет у сборной России. Новые 14 секунд на атаку. Предзон. Издали промах. Алексей Швед обхитрил своего соперника. Подбор, новое владение сборной России. Фридзон снова не стал атаковать. Вот теперь атака шведа издали. Попадает Алексей Швед. И тайм-аут Тейлора. Вот так вот быстро мы сократили отставание. Из минус 8 превратили разницу в минус 3. Они не знают, что делать, целый.
И там мозг один. Сыграй 4 стороны тогда, блядь. 4 или 5 сторон, давай. Коллективный разум на скамейке сборной России решили, какую комбинацию будет играть наша команда в следующем нападении. Швед уже 10 очков набрал, у него самая высокая результативность в составе обеих команд. У поляков Слотер с самой результативной 7 очками. Попытка прессинга сборной России. Карновский. Оказался против него швед. И подбор в итоге за сборной России после промаха поляков. Швед. Мозгов, ух ты, просил мяч, потом отвернулся, и в этот момент ему прилетела передача. Хвостов допускает потерю, торопится помешать полякам совершить быстрое нападение, но все-таки были близки они к тому, чтобы набрать очки. Виталий Фридзон вынужден нарушить правила. Томас Гело тоже, кстати, игрок испанской лиги, команды Хавентут, и тоже 93-го года рождения, как и Паника, как и Карновский. Вот. В Польше это поколение называли золотым, оно ничего не выиграло серьезного на уровне резервных сборных. Теперь попытаются чего-то добиться со взрослой сборной Польши. Разбили прессинг. 14 секунд у нас на бросок. Хвостов, швед. Заслон от Воронцевича получил. Воронцевич остается на дуге. Вниз на Мозгова. И засчитывается. Да, это попадание Тимофея Мозгова. Сейчас увидим, что решат арбитры. Нет. Два броска в исполнении Тимофея мы увидим. Ноль из трех. У него пока такая статистика на штрафной линии. Все так же не может забросить Тимофей. Но на самом деле ничем, кроме усталости, это и не объяснить. Наконец-то. Один из пяти и минус 4 у сборной России. Чуть менее минуты играть в первой половине. Снова прессингуем. Снова легко справляются поляки. Тимофей Мозгов очень здорово подсказывает в защите, как самый большой игрок, находящийся ближе всего к кольцу. Классно отзащищалась наша команда. Аплодисменты скамейки, и есть возможность еще сократить отставание. Как быстро все сделала наша сборная, но в итоге Карновский накрывает Фридзона. Вачинский убегает в отрыв и сам же его завершает. Одна атака. 19 секунд до конца первой половины. И я уверен, что Алексей Швед проведет, если не все время с мячом, то его большую часть. Классная передача из-за спины. Воронцевич не бросает. Дальше на Фридзона. И Виталий Фридзон попадает издали. Затыкая сирену об окончании первой половины. 34-31 в пользу сборной Польши по итогам двух четвертей. И мы вернемся к вам через 15 минут. Все, что вы можете сделать, это
I can't stop this.
Польские болельщики могут быть довольны, их команда выигрывает со счетом 34-31 после первой половины заключительного матча турнира Super Cup в немецком Гамбурге. Это окончательный расстановку сил, окончательную даст этот поединок. Сборная Сербии, как я и говорил, в первой половине турнир выиграла. Есть шансы у нашей команды, например, в случае победы занять второе место на этом турнире. Для этого нужно выигрывать с разницей плюс 5. Но пока мы в любом случае проигрываем. И вторая половина, честно говоря, может быть только лучше. Тренер Сергей Базаревич и в тайм-ауте в течение второй четверти и после первой половины говорил о том, что нужно проснуться, встряхнуться и, наконец, придать нашей игре хоть какой-то энергии. У нас Алексей Швед самый результативный после двух четвертей. У него 10 очков, 6 у Андрея Воронцевича, 5 у Виталия Фридзона, 4 у Никиты Курбанова. Мы опять, как и во вчерашнем матче с сербами, проигрываем подбор. Не так катастрофически. 16-9 и у нас 7 потерь на 8 результативных передач на всю команду после первой половины. Тяжелейший бросок Виталия Фридзона, но мы знаем, что он такие любит и умеет забивать. Сокращает наше отставание 33-34. Отличное начало второй половины для сборной России. Хвостов прессингует Кошарока по всей площадке. Забыли про Понитку, но успели вернуться на свои позиции наши игроки. Вот Понитка на скорости обыгрывает здесь Москова. Но Алексей Швед из ниоткуда возникает. И еще один алиуп теперь на Андрея Воронцевича. Но Андрей Воронцевич, не хватило ему прыжка. Карновский, блестящая игра под кольцом сборной Сербии. Матеуш Понитка завершает атаку поляков. Воронцевич там растерялся немножко в защите. Снова Андрей с мячом против Кулика. Бросок со средней дистанции. Промах. Мозгов борется за отскок, но Воронцевич убежал на свою половину площадки, не стал бороться за этот отскок. Кошарок, перехват Виталия Фридзона, фирменный из-за спины и легкие 2 очка нашего капитана. Вот кто придает результативности сборной России на старте второй половины. Лачинский, Кулик поставил ему заслон. Теперь 7-й номер поляков получил мяч. Понитка, очень быстрый первый шаг. Скидка на Карновский. Мешает ему Мозгов, но Карновский преодолевает это сопротивление нашего чемпиона НБА, конечно же, но и нашего центрового. Виталий Фридзон чуть не потерял мяч, но результат тот же, что и в предыдущих двух наших атаках. 6 очков у
нашей сборной в этой четверти. Все шесть набрал Виталий Фридзон. Да, убрали у нас графику, потому что она неправильная. Сейчас преимущество поляков одно очко, 38-37. Кошарек против Францевича. Здорово отзащищались. Поляки и не заметили, что 24 секунды истекли на их бросок. Хвостов, Кошарок очень активно и агрессивно против него защищается. Хвостов отдает мяч шведу, а швед кормит Мозгова, который локомотивом просто врывается туда в трехсекундную зону. Невозможно остановить этот поезд. И наша команда впереди, 39-38, до вот этого попадания Лукаша Кошарока. Разыгрывающий поляков. Свалили на нем. И 2 плюс 1. Бонусный штрафной также Кошарок реализует. 41-39 в пользу сборной Польши. Швед. Заслон Мозгов ему поставил, провалился. Вот сейчас только Мозгов находит передачи шведа. И снова 2 плюс 1 в исполнении Тимофея Мозгова. Классные передачи в двух подряд атаках Алексея Шведа на Тимофея Мозгова. И Мозгов, отдаем ему должное, очень терпеливо здесь подождал, пока взлетит воздух. Наверное, очень категорично будет относительно того, что делает Карновский. Но в любом случае... 2 плюс 1. Мозгов будет исполнять штрафной после этого тайм-аута Тейлора. Семен Антонов появляется у нас на площадке после тайм-аута и будет сборной России пытаться поставить ловушку сборной Польши после этого штрафного Тимофея Мозгова, когда поляки будут переходить на нашу половину площадки. 41-41 счет, да, у нас пропала графика, я постараюсь почаще вам его называть. Под крики неких персональных болельщиков Тимофея Мозгова, MVP, MVP, он реализует штрафной. Снова впереди сборная России. 42-41. И вот та самая ловушка, которую заказывал Сергей Базаревич. Кошарок, Понитко, Карновский. Был очень похож на пробежку, но в итоге... фол выписывают Тимофею Мозгову. Это будет два штрафных в Шемак и Карновске. Вернулась графика со счетом. Ура-ура. Он правильный. Такой же, как и на табло здесь на арене в Гамбурге.
Один из двух реализует Карновский. У него 3 очка. Все набраны со штрафной линии пока в сегодняшней игре. А вот теперь ловушка сборной Польши. Фридзон помогает перевести мяч на чужую половину. Швед. Ух ты. Теперь алиупом швед пытался найти Фридзон. Но в итоге все складывается удачно. Вновь Тимофей Мозгов. 2+1 в исполнении Тимофея. Десятое набранное очко у Тимофея. Есть возможность сейчас 11-е набрать. Ну, с куда большей интенсивностью наша стартовая пятерка действует во второй половине этого матча. В третьей четверти, вернее, нежели чем во второй четверти этого матча. И вот больше проблем, в том числе в нападении у поляков. Карновский проваливается. Тимофей Мозгов отлично мешает ему. Не торопится Виталий Фридзон. Мяч шведу. Фридзон не попадает. Виталик. Красивая белоснова передача шведа. Нужно разобрать своих игроков. Да, вот сейчас сборная России делает это. Кошарок. Карновский проваливается. Тимофей возвращается к нему. Вачинский за счет обманного движения преодолевает сопротивление Фридзона. Неточный бросок Вачински. И комбинация L. Два высоких заслона шведу. Алексей идет под кольцо. Мозгов просит мяч против Карновски. Пшемок нарушает правила. Ну вот, кстати, про Карновски говорили, что несмотря на свои выдающиеся физические данные, у него 2,17 и примерно 140 килограмм веса, он не так быстро устает, как большинство людей его комплекции. Таких в целом, конечно, немного в мире, но они есть. И вот Карновский может 25 минут, а то и под 30 выдать качественных за матч, несмотря на свою вот такую комплекцию. А здесь очень классно Алексей Швед находит Фридзона под кольцом. Уже 8 очков у Виталия в этой четверти. Отличная игра нашего капитана. И защите добавила сборная России. Фридзон помешал по нитке, правда, с нарушением правил. Изменяется Виталик. Это третье, кажется, у нас замечание. Нам повторяют отличный полет Виталия Фридзона. Как бросковый фол определили судьи, это нарушение правил Фридзона. У нас 2 командных замечания за половину четверти, но вот Понитко в этот раз будет 2 штрафных исполнять. Третье очко Матеуша Понитки. Опять же, не выходит у меня из головы. Не знаю, как у вас, друзья, матч группового этапа Евробаскета 15-го года, где вот мы проиграли полякам. И вообще мы там всем почти проиграли. Кроме, кстати, сборной Турции. Сборной Боснии, прошу прощения. Вот там Понитко тоже здорово сыграл. Швед промахивается. Семен Антонов поборолся за отскок, но мяч достался полякам. Понитко здорово здесь ротируется в защите сборной России. Кошарок, довольно сложный бросок. Промах, швед забирает отскок. Ой-ой-ой, Дмитрий Хвостов там не ожидал этой передачи, но в итоге Россия сохраняет мяч. Классная передача Виталия Фридзона на Тимофея Мозгова. Вот эта парочка очень результативна у нас в третьей четверти. Снова не тем записали очки на графике. На самом деле счет 49-44. Вачинский, Кошарок, Понитко. Дальше не идет мяч и нарушает правила Семен Антонов. Хороший фол. Мы не в бонусе еще. Еще один фол у нас есть до этого. Кошарок, ух ты, как вынесли мяч на Понитку. И Дмитрий Хвостов, которого Понитка там существенно превосходит в
Прости вынужден нарушать правила. Ударился Дима. Ему больно. И в сторону скамейки идет Дима Хвостов, но не меняют его пока. Вот теперь в бонусе наша команда. Понитка один из двух, плюс 4 остается у нашей команды. Очень плотная в плане результативности игра у обе команды. Швед, передача на Курбанова и фол в нападении. Там хорошо поставился Понитка. Но отмечаем, в принципе, что любое обострение со стороны Алексея Шведа тут же вызывает панику в рядах соперника. И после этого Алексей может как и сам атаковать, но куда лучше у него получается находить эти скидки партнерам. И это инициирует движение мяча. А теперь Слотер, ух ты, Курбанов вытаскивает этот мяч из кольца. И в ответ Семен Антонов промахивается после передачи Шведа. Нефалим. Понитка его накрывает Курбанов, по мнению арбитров, с нарушением правил. Недовольна наша скамейка. Ну вот. Понитка на самом деле помешал, конечно, не накрыл бросок. Семен Антонов сам промахнулся, а Курбанов взлетал вертикально, но по мнению арбитров правила нарушил. Снова Матеуш Понитка на линию штрафных бросков. Извиняюсь, перепутал. Это человек по фамилии Цель, которого я назвал Целом в первой половине. Меня поправили. Большое спасибо. Я не знаток произношения польских фамилий, но можно теперь говорить, что Аарон Цель попал в цель. 49-47 в пользу сборной России. И Дмитрий Хвостов начинает нашу новую атаку. У нас все тоже сочетание игроков. Вот как начали третью четверть, Хвостов, Швед, Курбанов и Мозгов, так площадку и не покидали. Видимо, Сергей Базаревич хочет, чтобы это сочетание игроков показало себя с наилучшей стороны. И, видимо, время для экспериментов с составом и время для широкой ротации подошло к концу. Вот есть корпус основной игроков наших, которые будет проводить наибольшее число минут в Стамбуле на площадке. Хвостов издали очень далеко, но это никогда Диму не смущало. Точный трехочковый Хвостова. Это первый дальний точный бросок Димы. А здесь Тимофей Мозгов очень классно от Понитки отзащищался. И Курбанов идет в проход, ну, совсем там бесхитростно. Вновь Понитка второй раз в течение минуты подставляется. Не жалеет себя форвард сборной Польши. И владение переходит полякам. У нас Кулагин заменяет Курбанова на позиции третьего номера. Кошарик, Слотер, Кулик, Дьело и Понитка. Вот такое сочетание игроков, маленькое в составе сборной Польши. Ну вот польские тренеры говорят, что у них есть сочетание на все случаи жизни. Мы сейчас отбились. Тимофей Мозгов сыграл в этом основную роль. И наше новое нападение. Кулагин получает мяч, заслон Мозгова.
Семен Антонов, швед, один остался, не попадает. Алексей, хорошее взаимодействие сборной России. Вывели на хороший бросок Алексея Шведа. А здесь Слотер рваным ритмом стряхивает себя Дмитрия Хвостова и со средней дистанции попадает. 52-49 в пользу наших. После этого попадания Слотера швед. Один в один против Гела со средней дистанции. Промах. Семен Антонов не забирает этот отскок. Его забирает Тимофей Мозгов. Снова швед. На дуге Семен. И передача направлена в аут. У нас еще одна замена. Виталий Фридзон возвращается. Передышку получает Алексей Швед. Антонов, Хвостов. Полторы минуты играть еще в третьей четверти. И нарушение правил на Тимофея и Мозгове. Обе команды в бонусе. Тимофей очередные два штрафных броска в его исполнении будут. У него уже 13 очков. 3 из 7 точных штрафных. Вот последние 3 своих он попал. Сейчас будут штрафные под номером 8 и 9. Еще раз точен Тимофей. 14 очко для него. Он самый результативный у нас. 11 у Фридзона, все так же 10 у Шведа, но у него также 6 результативных передач и 5 подборов. Вот такая богатая статистическая линия у Шведа. Мозгов покидает площадку после этих точных штрафных. Михаил Кулагин и Андрей Зубков у нас на паркете. Хвостов также присаживается отдохнуть. Гело, левша, промахивается, кому достанется мяч. Остается у сборной России решением арбитров. Кулагин. Михаил, Дмитрий Кулагин и Фридзон. Опять забыли, так нельзя делать. Виталик не попадает. Мяч у поляков, Слотер. Опять Миша Кулагину очень тяжело. Кулик проваливается под кольцо и не успел там Зубков восстановить позицию. Страховал Фридзон, но Кулик не испытал никаких проблем против низкорослого для него защитника. Одна атака. Семен Антонов, заслон Дмитрию Кулагину. Кулагин остается против Кулика. Сам лезет в проход. Неточный бросок. Кулик забирает подбор. Успеют ли поляки? Нет, не успевают. Бросить в сторону кольца. 54-51. Неплохая четверть в исполнении сборной России. По крайней мере, мы перед решающими 10 минутами игры впереди в счете плюс 3.
Заключительная четверть сборной России на этом турнире в Гамбурге в этом году. Замены в нашей пятерке. Отметился лишь в протоколе, по сути, 6 секундами игровыми. Проход поляков, Вачинские. Минимальное преимущество сборной России после этого попадания поляков. Воронцевич не стал бросать. Идет проход, просит мяч Михаил Кулагин в углу. Выцарапали его в очередной раз. 6 секунд на атаку. Михаил Кулагин, его время 3 секунды. И все же упускает он мяч в аут. Есть возможность у поляков выйти вперед. Слотер. Гело, Вачинский, хорошая защита Бабурина, как всегда. Слотер, проваливается Кулик и врывается Гело под кольцо. Повезло нам, что не попадает, проспал его Виталий Фридзон. И все же мяч от наших игроков уходит в аут. Несколько раз уже... Не забросились под кольца поляки сегодня. Хрыченюк это сделал, вернее, не сделал. Сейчас промах из-за трехочковой дуги. И Михаил Кулагин развивает наше новое нападение. Бабурин. Кулагин, он пока один из братьев на площадке. 9 секунд, Фридзон идет в проход. Андрей Зубков не попадает, но бросковым, видимо, был фол. Да, Кулига будет 2 броска исполнять Андрей Зубков. Попадает Андрей Зубков со штрафной линии. У него... Это первое набранное очко в сегодняшней игре. И второй также точен. Снова +3 для сборной России. Видите, есть некоторые болельщики нашей команды за скамейкой сборной России сегодня. Гело, Воронцевич активно против него защищается. Теперь Кулагин прессингует Слотера. Кулик поставил заслон, провалился. Слотер один в один против Михаила Кулагина остался. Снова Воронцевич помогает. Новочинский, передача в угол на Гело. И попадает Томаш Гело. Терпеливая атака сборной Польши. То, о чем я и говорил. На последних секундах своих владений они стараются атаковать. Очень тренерская эта команда. Очень дисциплинированно они разыгрывают мяч, пока не находят хороший бросок. 11 секунд до нашего броска. Андрей Зубков делает это чуть раньше и попадает. Андрей Зубков, Михаил Кулагин ему доверил вот это право сложных бросков в моменты, когда нападение совсем не работает у сборной России. Бабурин очень здорово прессингует Вачинский, но с нарушением правил. Снова Кулагин, снова против Слотера и снова заслон Кулига. Теперь Зубков пошел помогать, а Бабурин нарушает правила на трехочковой дуге к негодованию Сергея Базаревича.
точен. Вачинский 57-59. По-прежнему небольшое у нас преимущество остается. Но есть возможность сравнять счет у Вачинский третьим штрафным броском. Семь с половиной минут играть. С мячом Кулагин и Фо в нападении. Андрей Зубков там, видимо, не по правилам боролся за позицию. Здесь хорошо Фридзон прессинговал Замойски. Слотер на дуге Вачинский. Пошло движение мяча у поляков. Кулик попадает. Домен Кулик. 62-59. Снова поляки впереди. Снова нам нужно сокращать отставание в счете. Бабурин. Кулагин. 7 секунд на бросок. Кулагин будет сам атаковать. Не сегодня. Миша пока не может набрать очки. Вы слышите болельщиков сборной Польши, которых мы показывали в начале второй половины. Они тоже присутствуют. Евгений Бабурин, третий его фол. И у нас возвращается на паркет Дима Хвостов. Бабурин тоже покидает площадку. Швед вместо него. Вот привычное, более привычное сочетание в задней линии. Хвостов, Швед. Слотер теперь против Хвостова. Гелу против Воронцевича. Идет в правую сторону. Вачинский. Открытый бросок, но не совсем удобная позиция. И Вачинский еще и правила нарушает. Есть возможность безнаказанно, скажем так, сделать это у поляков еще дважды в этой четверти. Швед, заслон от Зубкова, проваливается Зубков, Швед остается против большого, Хвостов один на дуге, Воронцевич, ему доверяет бросок Дмитрий и неточная передача, ее вылавливает Фридзон, сложнейший бросок, промах, зато Фридзон перехватывает этот мяч, еще одна атака нашей команды, Швед, тот же результат и надо защищаться. Мало сил у обеих команд, повторюсь, третий матч за три дня на любом турнире, пускай на товарищеском. Это сложно, Швед лезет в проход, и Кулик на нем нарушает правила. Корновский на паркете, конечно, Тимофей Мозгов тоже на паркете. Половину играть в четвертом периоде. Алексей Швед имеет возможность набрать свое первое теперь уже очко во второй половине. Один из двух и два из четырех вообще в игре со штрафной линией Алексея. Минус 2 остается для нашей сборной.
Харновский просит мяч внизу против Мозгова. Слотер остается против Францевича. Со средней дистанции Эйджей Слотер попадает. И тайм-аут нашей сборной. Эйджей Слотер очень преданный сборной Польши американец. Вот даже есть история про то, как он вчера явился на собрание команды в поло сборной Польши 4-летней давности. То есть этот человек сохраняет все вещи, и это для него реально гордость. Послушаем тайм-аут нашей команды. Мы, блин, выкидывали по аутам, блин, передача в руки должна быть. Чуть четче выполним взаимодействие, забьем броски. Мы вылавливаем, потом бросаем трехи, которых, которые не готовы к этому, к броску. Андрей, если ты здесь, ну бей его, блин. Давай, парни, поиграй, сходу, Еще 5 минут. Швед и Мозгов, пикинг-ролл. Виталик, а ты задний заслон ставишь, а вы вот так вот. Давай. Без всяких заслон делай. Давай. Вперед. Ты выбрасывай, слышишь? Действительно, еще есть время у нашей команды, чтобы победить в сегодняшней встрече. 5 минут владения сборной России. Мозгов ставит заслон шведу. Все еще с мячом Алексей, но есть 10 секунд на бросок. Один в один против Вачинского довольно легко. Тут на первом шаге его объезжает, и нарушение правил. Попадает Леша. 12 очков у него теперь. Ну вот он берет на себя инициативу в заключительные минуты матча. И это, наверное, объяснимо, учитывая уровень его индивидуального мастерства атакующего. И в целом то, какую ставку делает на него тренерский штаб нашей команды. Харновский, классная передача на Гело, промах Томаша Гело, и ответ сборной России. Швед легко от Харновский ушел. Какой красивый мяч забрасывает Алексей Швед, сравнивая счет 64-64. Ну вот, конечно, хайлайты матчей с участием Алексея Шведа можно нарезать только из его действий персональных. Отвечает, правда, сборная Польши результативными действиями Харновски на другой половине площадки. Швед, Хвостов, в углу один. Здорово! Провалился Мозгов, на него сдвоилась защита, и это позволило Хвостову остаться одному на трехочковой дуге. Дима реализует свой второй дальний бросок сегодня. Теперь защищается против Слотера. Вачинский, Харновский, и нарушает там правила Тимофей Мозгов. В бонусе обе команды это будут штрафные броски. Все так же 100% показатель Харновского реализации штрафных бросков.
хвостов. Заслон от Воронцевича. Снова швед. Теперь заслон от Мозгова. Мозгов проваливается под кольцо. Ему навешивает мяч Алексей Швед. И очень жесткий фол в Ачинске. Тимофей Мозгов, очередной его поход на штрафную линию. Два из двух. Отличная работа Тимофея. У него 17 очков. Поляки отвечают индивидуальными действиями Эй-Джей Слотера. Ну вот это должно превратиться, наверное, в перестрелку Шведа и Слотера. Последние минуты этого матча. Швед берет на себя инициативу, не попадает. Мозгово-Карновский отсек. С мячом Слотер. Замойский. Неточный бросок. Воронцевич должен был бы забрать этот отскок, но раньше Виталий Фридзон правила нарушил. Вачинский исполняет штрафные броски. У него сейчас 13 очков. Один из двух. И возможность у нашей сборной сравнять счет или выйти вперед. Два высоких заслона, хвостов, но в итоге мяч у шведа. Не могут разобраться наши, что играть. 5 секунд на бросок. Швед против цели. Попадает Алексей Швед. Ну, тут у него персональные болельщики уже объявили. Все поняли, за кого крайне выгодно болеть в составе сборной России, как минимум. Ответ поляков. Они не сдаются. И за это, конечно, им тоже нужно отдать должное. Они в игре. Слотер из-за трехочковой дуги также попадает. Та самая перестрелка Шведа и Слотера в самом разгаре. Тайм-аут Сергея Базаревича. Минута 47, играет в четвертом периоде.
Хвостов, Фридзон, Швед, Воронцевич, Мозгов. Все тоже сочетание у нас на площадке. Швед получает мяч под 45 градусов. Есть время на бросок у нас, но Леша, оно не нужно. Он атакует рано. Мозгов забирает два подбора. Оба раза не попал. Фридзон вырывает мяч у поляка и получает персональное замечание. Аарон цель. Вновь будет пытаться попасть в цель. 5-го номера сборной Польши. После этого попадания 8 очков. У Слотера 16. Он, конечно, самый результативный. У поляков. Точные два штрафные, полторы минуты у сборной России на то, чтобы спасти этот матч и уехать из Германии хотя бы с одной победой. Мозгов, Швед в проходе. Фол в защите. Швед там помогал себе не бросковой рукой немножко, и было опасение, что судьи это будут трактовать как фол нападения, но в итоге Алексей очередной раз оправданно берет на себя инициативу. У него 18 очков, 7 подборов, 7 результативных передач. Очень много делает сегодня Леша для сборной России, учитывая, что у него и всего лишь одна потеря среди 11 командных. Два точных штрафных шведа, 20 очков у него, минус 2 для сборной России. Швед теперь защищается против Слотера. Ну вот это выше обозначенная персональная дуэль на последние минуты растянется. Забыли здесь про целя, он не попадает. И у нас шанс сравнять счет или выйти вперед. Швед против цели. Большое преимущество в скорости. Воронцевич на дуге. Фридзону доверяет этот бросок. Виталик почему-то не бросает. А от Воронцевича мяч уходит в аут. 41 секунда до конца этого четвертого периода. Тайм-аут Майка Тейлора и сборной Польши. Почти 42 секунды играть. Поляки будут выносить
мяч из боковой на нашей половине после своего тайм-аута. Посмотрим, как они отреагируют на комбинацию, нарисованную Майком Тейлором. Ну, вот так вот все удачно для них сложилось. Аарон Цель из-под кольца говорит своим партнерам. Ну, как-то все очень просто. Швед. Воронцевич один на дуге. Попадает Андрей Воронцевич. Минус от ноут сборной России. Есть разница между счетчиком на владение и временем до конца первой четверти. Можно не фолить, можно защищаться. Слотер убивает время. И вот только сейчас поступила команда. От Сергея Базаревича по нитка. Воу, какое попадание от щита. И показывает своим спокойно. У меня все под контролем. Плюс 4 у поляков. 6 секунд играть в этом матче. Секунд до конца четвертого периода. Нужно сборной России как-то выкроить два владения, чтобы иметь возможность перевести этот матч в овертайм. Ну, или может забить трехочковый с фолом. Швед получает в углу мяч. Нет нарушения правил. Вот только сейчас. На ком сфолили. Мозгов встает на линию штрафных. 2 секунды до конца этого матча. По-прежнему 81-77. Никита Курбанов возвращается на последние пару секунд вместо Никиты Курбанова, вместо Виталия Фридзона, прошу прощения. И Мозгов, у которого 17 очков. Попадает первый свой штрафной. Ну да, на подбор появился Никита Курбанов, но при этом главного нашего оружия на подборах нет. А нам сейчас нужно промахиваться и пытаться после подбора забить треху. Промах Мозгова. Воронцевич успел выбросить мяч, но не попал. И поляки празднуют победу. 81-78. С таким счетом заканчивается эта игра. Это был предпоследний матч сборной России в рамках подготовки к Евробаскету 2017 года. Заключительный матч подготовительный состоится 25 августа в Хельсинки против сборной Финляндии. Смотрите этот поединок на телеканале «Матч. Игра». Я же вас благодарю за то, что вы смотрели наши трансляции из Гамбурга, которые для вас организовывала РФБ-ТВ. Меня зовут Владимир Спивак. Мне очень помогал в организации трансляции Денис Кандалов. Спасибо ему и спасибо вам. Всем пока. Thank you.